Ребята, с вами я, Артём. Так, все. Все. А вот. Тихо. А вот. Сейчас я вот так пойму. Так, все, погнали. Под микрофон настаивал. Так, что там? Сейчас мне уже проблемка. А вот, вот. Слышно? Так, сейчас. Все. Настроен микрофон. Все, погнали. Так, выживать. А не густо, все понятно. Берем. Оп. Оп. Опа. Так, ну сразу же мы идем. Куда-то. Ну, примерно вот сюда. Так. Нам нужно печку сделать. Если мы найдем уголь, то что можно факель сделать. Опа, нормально. Идем, идем, идем. Опа, железо сразу же нашел, нифига себе. Тогда сюда пойдем. Так, мы уже можем сделать уже кирочку железную. Так, сейчас. Ща. Свечи. Так, так. Ставим кирочку. На всякий случай меч, если мы будем оставаться здесь. И не мы. Ну я не построил дом. То нормально. В принципе, норм. Нифига себе там. Сразу же кирочку сделаем. Можно докопать до алмазов. Уголь. Идеально. Так, сразу же там нихера не едем. Погнали. Погнали. Ну тут уголь вообще пипец очень много. Так, сразу же сделаем вот так, потому что вообще не видно. Погнали. Я же могу вот так вот сделать. Все. Просто тоже слишком ярко не хочу сделать, потому что глаза пипец болят. Еще амулет. Короче, то. Почему лаги там? Дебильная порядка. То вы издеваетесь, сколько можно в угол копать? Уголь. Насколько я вообще богат? Это что такое? Все, ну пожалуйста, останьте уже этот уголь. О, все, нет уголь. Да, блин, есть еще чуть-чуть уголь. Я надеюсь, эти последние. Уголь. Ну ладно. Ой, наконец-таки, спасибо большое. Спасибо огромное. Огромный пропуск, спасибо. Так, окей, погнали. А мы где пришли? А мы где при... А, во. Тут побольше. Оп-оп. Оп. Ну, все, погнали назад. Печка. Сорчатый уголь, нифига себе. Сразу же сделаем, я не знаю что. Сейчас надо еще забрать факел. Все. Идеально, погнали. Так,
тут дуб. Пойдем сюда, вот. Вдруг мы найдем еще. Аванпост. Я уже не помню, я уже год назад к ней играл эту штуку. Огромную. Дом. Сейчас посмотрим, что там. Мужики деревянные найдем. Но здесь точно не будет. Так, нам нужно овец. В принципе, зачем, если у меня будет ножниц? Так, 4. А, ну, в принципе, можно. Ну, спасибо. Два. Все. Вышел. Заходим сюда. И 2, да? О. Сажу кирочку, сажу эту. Сажу, сделаем ножницы. И лопату только могу сделать. Ну ничего страшного. И хлеб. У меня еще один хлеб есть. Так, ну не густо. Так, мы сейчас... Здесь можно еще железо. Железо это уже хорошо. Опа, нет. Я вот, пожалуй... Так вот ножницы. Стричь. Сажу 2. Сажу. Да, вот 4. 4. Так. Тут нету такого интересного. Прям. Вау. Нет такого интересного. Так, ну, кровать я сделаю потом. Вот. Ну ладно. Мясо нужно. Да вот. Мясо. Мясо. Так. Оп-оп. Ну все, уже хватит. А, не хватит. Пиуда. Сколько там? 8. Неплохо. А, так. Мы сейчас сделаем вот так. Все, и погнали. Куда? Мне кожа нужна. Подожди. Так, ладно, погнали. Так, ну да, дуб. Так, ну. Мне еще как раз нету, надо скрафчить. Так, ладно, погнали. Хотя бы деревянный топор сделаю. Уже неплохо. Уже отлично. Темный дуб. Так. Ну все, думаю, нормально будет. Где у нас есть? Главное создать домик, что я на сложном поставил. Так, ладно, погнали. Оп, паркур. Паркур, легкие движения. Самоображение. Да, ё-моё. Окей, погнали. Так. Я не попукурю. А, не, давай. Думаю, это тропики. Оба. Или реально там тропики. Да ты на халяву. Оп. Всё.
Все. Фух. Погнали сюда. Так. Я думаю, то мы выйдем. Улей. Пойдем к улям. Ой, главное не упасть. Так, ладно, давайте будем поспать. Так. Так. Чтобы зомби не начинились. И кровать. Могу кричать. Но не буду делать. Все. Спать. Еще раз спать. Все, поспали? А, и тоже улей. Ну-ка, я могу собрать? Мед. Могу собрать. Не могу. Да. Ну да, есть такое, в принципе. А нет, я... Все, погнали. Будем надеяться на лучшее. Ага. Давайте хлеб. Нужно шахнуть, чтобы мне алмаз поискать. Потом найдем. Так, ладно. Я не стою. Фух. Все, погнали печку. Печку погнали. Так, хоп. Опять уголь. Ну ладно, все равно спасибо. Так. Ну все. Главное, чтобы зомби меня не побили. Так, теперь делаем печку. Печку. Так, делаем печку. А вот. Делаем печку. Сюда. Ага. Так. Где мои... А, вот они. Все, 10. Что, давайте звук включу. А, у вас уже есть, у меня нету. У меня такого нету. Что, никого мне не дает. Так. Погнали. Так. Ну, думаю, все понять. Опа. Стак. Неплохо стак. Так, ну, в принципе, у нас есть что похавать. Так, и пойдем. Вот так вот сделаю там. Так.
принципе, можно лодку сделать. Спасибо. Нужна лопата, да? Лопата, лопата, лопата. В принципе, могу лопату сделать. Так, ну, вот лопата. Нужно, получается, доски. А доски у меня нету. Да. А, нет, у меня эти есть. Дубы. Так. Как мне лодку сделать? Потому что я не помню, как она делается. Вот. А. Все. А я думаю, что нужно лопату. Я думаю, что надо лопату. А лопат вообще не надо. Окей. Погнали. Так. Нужно еще запасаться на управление. Будет вообще круто. Крутим, крутим, крутим. Все погнали. Так, выйти. Мы сейчас соберем тростник. Все погнали. Ага. Погнали. Я думаю, на обратном уже там еще будет только море. А нам нужно поздно. Деревню. Так, крутим. Это что? Окей, ничего. Тростник. Это очень даже хорошо. То есть тростник это хорошо всегда. Так, а тропики? Да. Тропики, 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 тропики. Либо же я не помню, как называется. Все, погнали выйти из лодки. Тропики, тропики. Мы сейчас... А нет, мне нужен деревянный, не топор. Так, идем. Опа, опа. Дубовичий диспетчер. Так, мне нужны алмазы. Мне нужны алмазы. Так, арбузы. Тыквы. Тыквы это всегда хорошо, в принципе. Тыквы. Тыквы. Здесь могу порезать, и будет тыква. У меня нет мест. Гипу его. Это нафиг не надо. Так. Ну-ка, пойдем я сюда. Я уже забыл, что добавили. Опа. Ну, где же там? Небесная кора. Остота 1. Ну, в принципе, нормально. Уберем. Уберем. Так. Ладно, кожу уберем. А это мы наденем. Хоп. Хоп. Это мы берем. Это мы тоже берем. И теперь нужно как...
Так, мне, наверное, вот это. Идеально. Золото мое. Все. Идеально. Мы сейчас это соберем. Точно. Кресе палки. А где оно, где оно? Ну серьезно, мне мешает. Пока я могу так сделать. Там уже ничего, да, там уже ничего нет. Погнали. Опа, собираем. Опа. Опа. Вон деревья. Опа, опа. Наверное, будем заканчивать сейчас. Все. Будем заканчивать. Всем пока. Подписываемся на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчики. Всем пока.